Меня зовут Илья. Я хочу сегодня рассказать о себе и как я изучаю русский язык. Раньше я жила в России, но недолго. Потом приехала в Азербайджан. А сейчас я живу в Сумгайте. Сумгайт очень красивый город. Мне очень нравится русский язык. Я все понимаю и хочу отлично говорить по-русски. Я нашла языковые курсы и Elon Education. Сейчас я изучаю русский язык там. Мой учитель Сафура Ханым, я хочу поблагодарить ее за помощь в изучении языка. Скоро я буду поступать в художественную академию, потому что мне очень нравится рисование. Я очень люблю рисовать красками. Мне нужен русский язык не только для разговора, но и для учебы, для жизни, для работы. Я люблю русский язык.